Свет Софитов, настоящий кинооператор и режиссер. Прямая трансляция. На Театральной площади в этот день мог любой желающий познакомиться с азами киноискусства. Разница заключалась лишь в том, что в роли киноактеров выступали обычные зрители, которые нашли в себе смелость выступить перед объективами видеокамер. Здесь мы представляем съемочную площадку. Именно все так, как на самом деле происходит при съемках фильмов. То есть выставлены все осветительные приборы, нужное оборудование стоит. И для этого вот мы здесь и находимся, чтобы больше осветить наших детей, наше молодое поколение, именно так, как производятся съемки и кинопроизводство. Комедия, трагедия и даже немое кино. Желающим принять участие организаторы назначают роли, а требовательный режиссер со всей серьезности контролирует игру актеров. Мимика, жесты, эмоции – все должно быть по-настоящему, ведь экспромт – это самый ценный материал, который только может быть на съемочной площадке. Жители и гости города-курорта с одинаковой легкостью справились со своими ролями. Непринужденная обстановка располагает к выступлениям не только взрослых, но и детей. Первыми, кто вызвался в артисты, это были дети. Хотя мы рассчитывали, наверное, персонажей постарше, но первые – это дети. Они всегда непосредственны, смелы и хорошо очень участвовали в мероприятиях. Но когда уже и вышли на сцену взрослые, это было потрясающе. Я думаю, мероприятие удалось. Ну и такие небольшие зарисовки, их необходимо делать. В перерывах между выступлениями свои творческие подарки представили коллективы Дома культуры Станицы Анапской, а также театр-студия «Пигмалион» под руководством Александра Репца. Все желающие на этом мероприятии могли пройти мастер-классы по театральному мастерству, познакомиться с искусством грима, задать вопросы видеооператорам и режиссерам интерактива, а также сделать памятное селфи с участниками праздника.